Ему 15, и он из Бруклина. Телеканал 24 ДОК представляет. Чемпионат мира по шахматам между Борисом Спасским и 29-летним Бобби Фишером из Соединенных Штатов. Он проигрывал всю партию в голове за пару секунд. Я чувствовал себя странно. Я играл сам собой и почти всегда выигрывал. Бобби, какие качества необходимы хорошему шахматисту? У тебя есть конечная цель? Ты величайший шахматист в мире. Бобби, каковы ощущения? Вы стали чемпионом. Фишер для шахмат, как Мухаммед Али для бокса. Он стал самым известным человеком на Земле. А потом исчез. Партия длиною в жизнь. И эндшпиль на грани безумия. Это была паранойя. Трагическая история Лиз Гарбус, Бобби Фишер против всего мира. Я просто гений. 8 сентября в 23:30 на 24 ДОК. Хочешь стать таким, как Бобби Фишер?